Андрея Шаповалова. Мы пойдем с вами в слово. И сегодня я скажу так, тема будет довольно-таки радикальна. Тему я назвал «Собственность Всевышнего». В последнее время я все чаще стал сталкиваться с людьми, которые хотят использовать Бога. Вы понимаете, о чем я говорю? Люди, которым Бог выгоден. Вы знаете, что христианинам выгодно быть в наше время, в наше нелегкое финансовое нестабильное время. Верующим выгодно быть. Потому что неверующие как-то заканчивают грустно. Знаете, и верующим выгодно быть. И христиане почему-то перестроились, большинство, с которыми я встречаюсь, перестроились на волну, что Бог что-то должен сделать в их жизни. Если Он не сделает, то... И аллилуйя. Если Бог что-то не сделает по их прихоти, они обижаются на Бога, отступают от Него. Что еще более шокирующее для меня, они говорят, что если Бог не восстановит их семью, или не исцелит их болезнь, или не сделает то, что они заказали, то они ему служить не собираются. Знакомая, да, картина? Знакомая картина. Да, серьезно, вы знаете, я столько раз это слышу, так часто это слышу, что Дух Святой просто проговорил в мое сердце, и Он сказал: «Дорогой сынок, объясни моим деткам, что значит быть собственностью Всевышнего». О, дорогие, сегодня я куда-то пойду. А если Бог не восстановит, если Он не исцелит, если Он не даст мне очередную конфетку, то папа плохой. Если Он не даст мне велосипедик, о котором я мечтаю уже 5 лет, если Он не даст мне жену, если Он не вернет мою жену, если Он не восстановит, если Он не исцелит. И у этих христиан слово «если» стало частью их жизни. Вы встречали таких людей? Я встречаю часто, и мне это уже надоело. Я молюсь за исцеление этого человека. Я встречал совсем недавно. И если Бог не исцелит этого человека, я вообще не верю в Бога. Вы знаете, что это не есть христианство? Это есть детство, которое вообще, я не знаю, откуда оно зашло в наше христианство. Вы знаете, дорогие мои, что значит быть собственностью Всевышнего? Запомните одно: Бог не играет в твои игры по твоим правилам. Вы слышите меня, церковь? И есть одно единственное у Бога: ты принадлежишь Ему полностью и всецело. Слушайте меня внимательно, может быть, не все сферы еще побеждены в твоей жизни, я не об этом говорю. Я говорю, отдал ли ты себя даже со своими непобежденными сферами своему Богу? Отдал ли ты Ему себя полностью, без остатка, без слова «если»? Вы слышите меня? А если Он ничего больше не сделает в твоей жизни? А если Он больше не собирается делать, и твой даун-ребенок останется дауном?
А что если твоя болячка никогда не покинет тебя, и твой муж никогда не вернется домой? Что если? А я верю. А что, ты задумывался, что у раба нет слова «если»? Раб не обладает такой способностью указывать хозяину, если ты сделаешь. О, наше христианство должно переосмотреть отношение к своему Всевышнему Творцу. Amen? Мы должны с вами полностью переосмотреть. Дьявол играет на нашей жизни. Дьявол играет на нашей жизни, которая состоит из фраз «если, если, если». Он шутит, он забавляется, он подкидывает очередную проблемку. И ты опять говоришь: ну а если Бог не поможет? Вот я жду, когда эта ситуация разрешится. А если она не разрешится? А если Бог хочет тебя использовать с поврежденным бедром, Иаков? А если Он никогда не поможет тебе в этой ситуации? А что, Павел, ты три раза просишь? Довольно с тебя. Довольно с тебя. Христианство не может двигаться, потому что некоторые думают, что чтобы быть в призвании Бога, в моей жизни должен быть наведен полный порядок. Ложь дьявола. Вы слышите меня? Ложь дьявола. Я не вижу, чтобы у учеников был полный порядок, и Бог их не... Тогда, дорогие мои, нам с вами нужно понять, Бог добился одной вещи и одной вещи, единственной вещи учеников. Они принадлежали всецело Ему. Они отдали все ради Него. И даже Павел говорил: а что нам будет? Мы все кинули. Другими словами, о, дорогие, мы с вами пойдем сегодня куда-то. Я хочу, чтобы у тебя выветрилось из головы эти фразы. А что если вот какой ты есть, вот такой ты и будешь использован Богом? А что если все, что Бог хотел сделать в твоей жизни, Он сделал, и теперь следующий шаг твой? А что если именно сейчас тебе и нужно двигаться, а не ждать еще 15 лет жены, которая не вернется никогда? О, мы такие слабенькие, что мы даже об этом не думали. А мы думаем, что все восстановится. По щучьему, по моему ходению. Приди, бабло. А бабло не идет. Оно не собирается идти. Оно тебя не слушает. Дьявол продолжает забавляться с непосвященной, разнузнанной церковью, у которой Бог второстепенен. А она, в свою очередь, ищет, как обойти посвящение и иметь все бенефиты Царства Небесного. Как вот быть на велфере и все иметь? Это особо американская шутка. Наши умеют, кстати. Они так и с Царством Божьим хотят. Как это вот не посвятить свою жизнь, быть part-time христианином? Part-time это когда мне заблагорассудится Господь. О, мы мечтаем о чем-то великом. Я задаю тебе вопрос. Ты собственность Всевышнего. Может ли Он полностью обладать твоей жизнью, разумом, судьбой, телом? О, а если? Нет, если. Да или нет? Нет других ответов. Ты принадлежишь Ему или нет? О, эта тема будет раздражать кого-то, кто не посвящен, кто играет в игру. Кто играет в игру, какое очередное служение придет прорыв? После какого очередного какого-то конференции придет успех? Не после какой?
Хочу разочаровать тебя сразу. После полного, тотального посвящения, когда ты продашь всю свою жизнь Богу, как это сделать? Сегодня ты попробуешь в конце этого служения своими устами продать свою жизнь Богу. Вы знаете, мне нравится посвящение. Посвящение – это отделение. Отделение. Почему Бог хочет, но не может? Потому что ты не Его. Ты пользуешься им. Бог, будучи добрый Бог, Он делает, что ты просишь Его. Но Он не может использовать тебя. У проданного человека нет слова «если». Еще раз повторю, рабы не имеют в лексиконе «если». Вы видели какого-нибудь раба, которому господин его говорит «сделай это», а он говорит: «Да, господин, если ты вот сделаешь это, я тогда пойду эту траншею выкопаю». Ты не раб, понимаете? Только не раб обладает этими словами, фразами. И только непосвященный христианин может делать то, что ему хочется. А Бог говорит: кто любит меня, тот исполнит волю мою. Как не хватает. Знаете, почему мало чемпионов? Потому что мало посвященных и проданных рабов ему. Бог не называет тебя рабом, Он называет тебя другом. Но я хочу, как Павел говорил, я раб. Рабство – это добровольное. Вы знаете, что мне нравится? Мы сидели, разговаривали с нашими ребятами, и мы дошли до такого, что раба украсть у хозяина невозможно. Вы знаете, слушайте сюда, если это собственность чья-то, то хозяин этой собственности за ней придет. Алло? Смотрите, например, некоторые люди говорят: я отступил от Бога. Я тебе даю гарантию, ты еще не его собственность. Когда ты его собственность, нельзя от него отступить. Как только тебя украли, хозяин пришел и вернул тебя. А ты такой: ой, что це було? Не можешь уйти. Собственность Бога. Это значит, ты не можешь прийти в мой дом и взять мою машину. И я включу все инстанции, чтобы тебя выловить и отнять мою собственность назад. Амин? То же самое с рабством. Чей ты раб? Кто твой хозяин? О, я хочу, я каждый день встаю и говорю: я собственность Всевышнего дьявола. Ничего никогда не может приключиться со мной без разрешения моего отца. Волосина с головы не упадет без воли. Знаете, о ком это написано? О проданных ему рабах. Те, кто еще вне дома его, смотрят на Бога по телевизору и иногда раз в воскресенье, два раза наслаждаются. Твоя жизнь должна стать Богом. Помните, что Павел сказал? Жизнь Христос. А смерть – приобретение Христа. О-о-о-о! Вы знаете, это заденет некоторых людей, которые верующие временно. Смотрите, давайте мы прочитаем с вами одно место из Библии. Мне нравится, мы с вами часто вспоминаем этих ребят, Сидрах, Месах и Авденаго. Мы историю знаем. Я только хочу прочитать последние слова этих людей. Вы знаете, кто только может сказать? Вы знаете, что у рабов фраза «если», знаете, на что заменена? «Даже если не будет». Дьявол говорит: я отниму у тебя ногу. Дьявол, я без ноги буду Богу служить. Я у тебя заберу семью. Нет проблем, я буду воевать. Но если ты отнимешь семью и Бог позволит, я буду служить Богу без семьи. Я отниму у тебя деньги, отнимай. Ты Бога у меня не отнимешь. Можно забрать все у меня, но не моего Творца. Творца я могу отдать или не отдать. Это моя собственность, а я его собственность. О, есть что-то, что мы должны понять. И когда-то я хочу, чтобы ты, когда ты выйдешь из этого зала, ты точно знал, чей ты. Или ты точно сказал: я еще не там, где я должен быть, но я хочу там быть. Посвящение – это значит отречение от собственной судьбы. Некоторые не хотят терять того и заиметь это.
Вот здесь и проблема. Как ты этого достиг, потерял все свое? А я не могу, мне еще нравится мое. Ну тогда наслаждайся своим. Если ты хочешь его, ты должен быть его. Смотрите, Даниил, 3 глава, с 16 стиха. Давайте прочитаем. Даниил 3:16. И отвечал Сидрах, когда царь их напряг, вы помните? И он сказал, все, сейчас или-или. Или-или. И отвечал Сидрах, Месах и Абденаго, и сказали царю Навуходоносору, нет нужды нам отвечать тебе, царь, на это. Бог наш, которому мы служим, силен спасти нас от печи. Слушайте, как эти ребята говорят. Знаете, что только рабы так могут говорить? Знаете, как говорят люди непосвященные? А наш Бог все равно спасет. А вдруг вы сгорите? Нет, такого быть не может. Бог нас спасет. А вдруг не спасет? И ты пролетел. Надо быть аккуратным. Евреи были аккуратны. Они говорили, наш Бог силен. Но если мы будем барбекю, то нет проблем. Я имею в виду... Ну, это просто мой перевод современный. Смотрите. Нет нужды нам отвечать тебе на это. Бог наш, он твой, которому мы служим. Мы служим, это значит мы рабы. Amen. Мы служим, служить можно кому-то, в чьем ты подчинении. Мы служим, мы не тусуемся. Некоторые тусуются с Богом. Бог, мне надо пару сотен. Вот тебе десятина, благослови меня. То есть у нас сделки с Богом. Ты можешь всю жизнь Богу десятину, но только тебя прижало. Сразу вспомнил Богу за все, сразу рассчитался с Богом. О, знакомая картина. Бог, я... Знаете, некоторые в долг у Бога берут. У меня вот сейчас денег нет, напряг. Я, Господь, я эту десятину сохраню. А потом в конце года... Он что, кесарь, что с ним за таксу рассчитываться, что ли? Я не понял. У меня не хватает. Какая разница? Все равно не хватит, отдай. Тебя десятка не спасет. О, ты такой жесткий. Нет, я тебя спасаю от тупости. Этот бес не выходит обычно. Его надо выгонять самому. Дух тупости, ты должен выгнать его и все. И мы сидим, мы с вами придумаем любые махинации, как заключить сделку с небом. Ты не раб его, раб не имеет своего. Все мое его. Но все его. Тут рабы, кстати, обладают другой вещью. Рабы, хотя не обладают лично ничем, но пользуются всем. Почему в Библии написано «имеющие» как? Другими словами, раб, он что? Что есть у папы дома? У папы есть все. Это значит, я могу сегодня взять. Но оно не мое. Я имеющий, как не имеющий. Дорогие мои, почему иго мое благо и бремя мое легко? Потому что я в доме папы, я делаю то, что он хочет. Почему ты по жизни в депрессии, в напряге? Потому что ты Господь и Бог своей ситуации. И ты должен благословлять свой бизнес, искать, знаете, подходы, как, чтобы оно не умерло. А раб вообще говорит, умрет, так умрет. Значит, другое придет. Аминь. Дорогой мой, если ты поймешь то, о чем я говорю, ты освобождение получишь даже без возложения рук. Ты просто придешь и скажешь, я папин, и больше я за эту ситуацию волноваться не буду. Если ты когда-нибудь напрягался, это значит, ты еще не полностью посвящен папе. Ха-ха. О, некоторые не поняли. Некоторые живут в напряге, их иногда попускает. А ты расслабься. Скажи, все папина. Нет денег заплатить, нет проблем, я ж папин. Не заплачу, так папа проблему будет иметь. Я ж его. Дорогие мои, рассуждать надо по-другому. Павел сидит в тюрьме, за решеткой сидит. Ну, умеем жить в богатстве, ну и умеем жить вот как, понимаете. Потому что он не свой, амин. Он не сидит и говорит, вот когда выйду, Бог, тогда тебя и прославлю. Не было такого. Сидрах, Месах и Авденаго не сказали Богу, вот если наш Бог, Бог, слышишь нас, спасет нас, значит он Бог. А если он нас не спасет, ну уже поздно будет что-то говорить. Эти люди не шли на компромисс, эти люди не искали лазейки, эти люди не говорили, можно мы где-то там поклонимся, чтобы нас никто не видел. Смотрите,
Наш Бог, сын, которому мы служим, спасти нас от печи, раскаленной огнем, и от руки твоей, царь, избавит. И потом идет слово, которое только раб может сказать. Если же не будет того, вот где может. Дорогие мои, если бы вы знали, какая сила, вся моя тема сосредоточена именно на этой фразе сегодня. Если ничего в моей жизни не будет, я иду за моим отцом. Больной, кривой, косой, недовосстановленный, кровоточащий. И я иду к моему отцу и исполню его волю. И все. И вы знаете что? Ты дьявола застанешь врасплох. Он такой, а? У него из рук все инструменты повыпадают. Я его и тут, я его и тут. А он идет. Почему? Он не свой. Только когда ты себе принадлежишь, ты имеешь возможность сидеть и говорить, я могу идти, я не могу идти. Я этой возможности не имею. Я иду туда и говорю то, что он мне говорит. Иисус, помните, что сказал? Я ничего не делаю, если не вижу прежде Отца Творящего. Это говорит о том, что ничего не идет моего. О, Иисус, научи нас так жить. Вот тема радикальна. Я понимаю, нам хочется что-нибудь такое, знаете, волшебного пастора, который так скажет, идите, я за вас помолюсь, и у вас все восстановится. А тут какой-то выходит пацан и говорит, а если ничего не восстановится, надо идти. Как это? А я вот уже 15 лет в посте. Периодическом. Верю, что все вернется, восстановится, и бабло вернется, и то вернется. А если не вернется? А, дорогие мои, мы с вами сейчас доберемся до Иова. Некоторые говорят, знаете, некоторые судят себя по ситуации Иова. Скажите мне, когда у Иова было все забрано, имел ли Иов дату, когда Бог ему сказал, Иов, все нормально, сейчас мы тебя полупим, сейчас дьявол тебе врежет, пройдет пару лет, ты там покувыркаешься чуть-чуть, там с черепицей подружишься, а потом я тебе в два раза все там больше. Такого не было, аминь. Это мы с вами по истории знаем, что было. Иов сидел, скобил себя черепицей, он не знал. Вы слышите меня? Когда нам с вами известна история, нам легко видеть. Но когда тебе неизвестна твоя история, я не вижу. Я не буду Богу служить, пока все волдыри на моем теле не зарубцуются. Че? А он сидел, шкабил и славил. Да будет имя Всевышнего благословен. Без ноги так без ноги. Встав себе протез. Слушайте, если что-то, что может отлучить тебя, и если в этой жизни знаешь, кто опасен, у которого искоренено слово «если», каждый из вас сидит здесь, может быть, у тебя была мысль такая, а если Бог, то я, вот эту всю фразу вырезаем и выбрасываем, а если нет, и никогда, то я буду. Если не освободит от печи, то тебе, царь, мы не поклонимся и истукану твоему не будем служить. Смотрите, я имею в виду, эти ребята были радикальные. Дьявол, и вы знаете, кто вступается за таких ребят? Они готовы были гореть в печи. Они не то, что, знаете, они не то, что нам раздували какие-то фразы. Они пошли в печь. Их бросили в печь, они не сопротивлялись. Бросающие их сгорели. И мы помним с вами, богам своим служить не будем, за тому истукану, которого ты поставил, не поклонимся. Дальше мы знаем с вами всю историю дальше. Эти ребята вышли, и даже царь начал служить тому Богу, которого они верили. Время игры в церковь закончено. Вы знаете, сейчас приходит время, дорогие, сейчас приходит время, ты должен быть продан Богу. Ты не можешь быть его частью, если ты не являешься его собственностью. Время частичного христианства приходит к концу. Отец может употребить, дорогие мои, только то, что полностью в его распоряжении. Вопрос даже не в том, имеешь ли ты недостатки или нет, а в том, может ли Царство Небесное положиться на тебя. Я вам уже говорил о воле. Воля человека – это то, что Бог ищет. Может ли он найти кого-то, кто даже если чего-то не будет, он встанет и будет делать. Даже если
Можешь ли ты идти? Дорогие мои, если бы вы знали, какое оружие я сейчас вкладываю в ваш арсенал. Я имею в виду, я хочу. Если вы хотите знать, кто я, вот у меня вот этого слова в жизни нет уже много-много лет. Моя жена может это подтвердить очень четко. Нет слова «если». Нет. Вырезано давным-давно. Почему? Потому что меня не волнует. Я знаю, что я его собственность. Что-то со мной произошло. Это он допустил. Допустил он для чего? Для того, чтобы я усовершенствовался. И еще не было ни одного случая, чтобы не было так. И я усовершенствовался, вышел, и я продолжаю двигаться. В то время как другие люди имеют намного больше потенциал, чем я, сидят и ждут, пока Бог сделает это, пока Бог сделает это, пока Бог сделает это. А ты иди. И двигайся. Okay? Давайте мы прочитаем Иова. Знаете, я намекнул на Иова. Давайте мы прочитаем сейчас. Давайте мы прочитаем Иова. Сейчас я скажу. Иов, 2 глава, с 4 стиха. Иов, 2 глава, с 4 стиха. Давайте прочитаем. Смотрите. Дьяволюк, а? Ты думаешь, он с рабом что-то может сделать? Он должен получить разрешение. Смотрите. «И отвечал сатана Господу и сказал, кожу за кожу, жизнь за жизнь, отдаст человек все, что есть у него. Но простри руку твою и коснись кости и плоти его, благословит ли он тебя? И сказал Господь сатане, вот в руке твоей, вот он в руке твоей, только душу его не трогай. И отошел сатана от лица Господня и поразил Иова проказою лютою от подошвы ноги его по самое теме его. И взял он себе черепицу, чтобы скобить себя ею, и сел в пепел». Вот это если, амин? Вот это уже если. Господь, если у меня не будет чем покрыть мой свет, апартмент, заправить мою машину, я вообще не верю, что ты... Я сколько я видел этих бедных, знаете, бедных вот этих вот несчастных христианишек, которые Богу там за доллар там ему доказывают что-то. Дорогие мои, посмотрите на этого человека. Скажите мне, когда он сел в пепел, взял черепицу, знал ли он день своего выхода? Вы мне скажите. Нет. Был ли у него, видел вообще конец его ситуации? Нет. Мы с вами умные, потому что мы знаем все наперед. А давайте сейчас подумаем, как был Иов. Мы ничего не знаем, что дальше. Мы знаем только вот, что есть сейчас. И смотрите, что делает Иов. И взял он себе черепицу, и скобить себя, и сел пепел. И сказала ему жена его. Ты все еще тверд в непорочности твоей? Похули Бога и умри. Но он сказал ей, ты говоришь, как одна из безумных, неужели доброе мы будем принимать от Бога, а злого не будем принимать? И во всем этом не согрешил Иов устами своими. Вы слышите меня? О, Господь! Вы знаете, за что шла борьба? Борьба слава. Борьба шла, если у Иова слово «если» в арсенале. Вы слышите меня? Я задаю тебе вопрос, христианин, у тебя есть слово «если» в твоем арсенале или нет? Если есть, то ты попал. Потому что, слушайте меня очень внимательно, что я боялся, то меня и постигло. Потому что твое «если», слушайте сюда, дает дьяволу ключи закрыть над тобой небо. А когда ты говоришь, даже если нет, дьявола нечем крыть. И хотел бы он. И знаете, что произошло с Иовом? Очень быстро ситуация разрешилась вскоре. Эймон? Даже если не будет. Я собственность Всевышнего. Только он может обладать мной всецело. Жена может обладать мной частично, дети частично, друзья частично. Но когда приходит время, мне и Богу все я почитаю за мусор. Вы слышите меня? О, знаете, кто это может сказать? Тот, кто полностью принадлежит ему. Ты это можешь сказать? Вслух. При жене и детях. Некоторые могут. Аллилуйя. Потому что уже сказали. Аминь.
О, а что это? А я вам сегодня из Библии покажу, что это. Я вам прочитаю, дорогие мои, и докажу, что ничто никогда не станет между мной и моим Творцом. Нет ничего, уберу все, что мешает, сам уничтожу. Ха-ха! Как вам такое христианство, верующие? О, мы его не поймем. Ты меня не поймешь, пока это не поймешь. Нет, если уничтожено. Буду один, но с Богом. И знаете что? Знаю, потому что уже были такие эксперименты. Я знаю, о чем я говорю. Он, Веня, улыбается. Он точно понимает, о чем я говорю. Когда даже твой кот от тебя бегит. Смотрите. Ты очень легко можешь себя проверить. Итак, самопроверка, церковь. Настраиваемся на тест. Если у тебя что-то в жизни, слушайте меня очень внимательно, лишившись чего или не получивши чего-то, ты можешь сказать «если». Есть? Подумай, не надо мне отвечать, сейчас идет только разговор тебя и Бога. Если я лишу тебя чего-то, можешь ли ты сказать «я не буду»? С Богом пока. Я не буду служить, если. Я не буду идти к Нему, пока не будет восстановлено. Есть ли у тебя в лексиконе слово «если»? Если есть, тогда ты понимаешь, где ты находишь, потому что мои темы невозможно не понять, поэтому иногда и стреляют сильно. Смотрите. Написано «почитай отца и мать свою». Помните? О, вы знаете, что религия, дух религии манипулирует целой нацией через это? Вы слышите меня? Вы знаете, что вообще значит слово «почитать»? Уважать. Вы слышите меня? Уважай отца и мать. Дорогие мои, а вы знаете, что... И всегда тебе будут козырять. Ты будешь делать то, что тебе скажут. Не буду, потому что если нету. У меня есть кто-то, кто важнее, чем мнение моей мамочки и моего папочки. Мнение моей женулечки и время моего муженечка. У меня есть что-то, что есть намного выше, чем мнение моих деток. Чем мнение моего босса. Чем мнение каких-то ситуаций и людей вокруг меня. Есть Бог, которому я принадлежу. И в первую очередь я сравниваю себя с Ним. Знаете, от чего зависят мои да-да и нет-нет? В балансе с моим Богом. Ты подходишь до меня, ты спрашиваешь меня, можно ли красть? Ты что, вниз головой упал? Ты спрашиваешь меня, можно ли лгать, если там я подпишу нулики здесь, потом подпишу бабушку покойную в Орегоне здесь. И у меня будет больше. Если я там вычислю это, сделаю то. Ты меня спрашиваешь, можно или нет. Ты знаешь, как я отвечу. Нет, нельзя. Хе-хе. Потому что все мои ответы соответствуют. С моим отцом и все. Я потерял массу друзей вокруг себя именно по этой причине. Пришли ко мне, ну чё? Ничего. О. Мы не любим радикальность. Радикальность это что-то опасное. Мы хотим, чтобы было как в пуху. Мягко, тепло и уютно. И только слава Божья, елей, золото. Мы поклоняемся и, в общем, и любим друг друга все. Не забывай, что ты находишься на войне. Где есть дьявол, есть агенты сатаны. Амин. Есть люди, которые желают тебе зла каждый день. Их жизнь в том, чтобы ты споткнулся. У них самый большой праздник будет, когда ты кувыркнешься. Амин. Не забывай об этом. Но знаете почему дьявол не может посрамить меня или тебя, когда ты собственность Всевышнего? Ты его собственность. Даже не важно, если ты падаешь, мы все падаем, все. Все ошибаемся. Вопрос не в этом. Вопрос, собственности ли ты Всевышнего.
Павел говорит, я все почитаю за сор, все, чтобы приобрести Христа, приобрести Его. Смотрите, как насчет этого места? Почитает отца и мать, и знаете, и нам с вами. А в другом месте места, кто возлюбит? Продолжаем. Отца и мать, больше что-что? И там дальше что-что? Ой, какое неприятное место. Ну, представляешь, да? Почитай отца и мать. И здесь же Иисус как будто тебе ляп по другой щеке, а? И говорит, кто возлюбит? Так возлюбить или не возлюбить? Кто на первом месте должен стоять, церковь? Возлюби Господа Бога своего. Не жену, детей, собачку, жучку. Написано, кто не печется о домашних своих. Ой, опять по другой щеке ляп. Ой, а в другом месте написано, а всякий, кто оставит домы. Ой, опять по другой щеке ляп. Так что ты хочешь, Господи? Странно, да? И мы можем, знаете, мы можем манипулировать, дорогие мои. Самое первое – это Бог. Мой Всевышний, Всемогущий Творец. Все мои ответы отталкиваются от Него. Ничего не имеет значения больше, чем мой Бог и Его воля для моей жизни. Если слова нет и не будет, если только оно появится, только свой нос покажет, отрежем. Нет, если. Полное, тотальное посвящение Богу. Ты хочешь чудеса и знамения? Можешь ли ты быть сбит или уведен на компромисс? Можешь? Нет? Задай себе вопрос. Если что-то есть в твоей жизни, еще раз повторю, что может натолкнуть тебя на слово «если»? Иов был проверен, у него не было. Вы знаете, время сейчас над этим подумать, потому что когда придет время, может быть, выбирать, будет сделан неправильный шаг. Давайте мы прочитаем это место. Мне так нравится, потому что это говорил сам Иисус. И сейчас я вам скажу самые непроповедуемые места в церкви. Хотите слышать? Я люблю на них проповедовать, аллилуйя. Например, такое, как всех уверовавших будут сопровождать знамения. Нигде не услышите, потому что тот, который проповедует, его должны знамения сопровождать. Как минимум. Не услышите. Ну, церковь, ну мы же любим. Это Иисус говорил. Это не просто ученики где-то там что-то написали с перепугу. Не-не-не-не-не, это Иисус сказал. Я вам серьезно говорю. Это сказал Бог. Уверовавших будут сопровождать знамения. Аминь. И я тебе говорю, если тебя сопровождают знамения, ты... А если нет? Аллилуйя. Вот ну как, зачем ты это говоришь? Вот если бы ты не говорил этого, я бы тебя точно членом церкви стал. А ты не станешь, знаешь почему? Потому что у меня будут только те, которых сопровождают знамения. Я из тебя сделаю воина. Или ты уйдешь обиженный. И все сказали, мэн, аллилуйя. Какое же это христианство сидеть и сукаться? У нас, церковь, нет времени. Мир идет в ад, а ты еще не разобрался со своими если. Миру все равно, если у тебя одна нога короче, чем другая. Ему нужно сказать о Христе. И... Даже без ноги и в помазании может его спасти. Тебе кажется, что твоя проблема это что-то препятствие для использования Бога. А Бог даже осла будет использовать. Скажите, у осла были недостатки? Первый, он осел. И если ты не осел, то Бог тебя может. Второе, если ты осел, то Бог тебя все равно.
Может. Мне нравится мой Бог. Вы знаете, что наш Бог радикальный? Только радикальный Бог может сказать такие слова. Читаю самые непроповедуемые места из Библии. От Матфея, 10 глава, 34 стих. Вы, наверное, даже такого не слышали, что есть ли такое место. Оно есть? Не думайте. О, Иисус, ну не надо, не надо. Если бы ты этого не сказал, я бы тебе точно служил. Не думайте, что я пришел принести мир на землю. Ой, я не принес мир на землю? Так ты что, разбойник, Иисус? Смотрите, что он говорит. Смотрите, что говорит Бог. Не мир пришел я принести, но меч. Оп. Ибо я пришел разделить человека с отцом его. И дочь с мамой. И невестку со свекровью. Ну, их делить не надо. А что вы смеетесь? Я не понял. Их обычно мирить надо. Эйман. Ну ладно, это так, что-то заскочило так походу. Смотрите, ну это Иисус сказал, я ничего не придумал. И враги человеку домашнего. Ну естественно, по последнему месту я понял. Естественно, знаешь, там свекровь там. А, хорошо, и смотри, враги человеку домашнего. И здесь начинается. Иисус, ну ладно, это ладно. Ну вот это не надо, не надо дальше, не надо, Иисус. Кто любит отца или мать, а зачем ты это сказал? Кто любит отца или мать более, нежели меня? Недостоин меня? Ой, ты хочешь быть достоин Бога? Ты хочешь быть достоин Бога? Оставь всех! И те, кто с тобой пойдут туда, куда хочешь ты, или хотя бы примут тебя, да будет так. Нет, один иду к моему папе. Ой, какая проповедь. Я ее, наверное, дам всем послушать. А то мы там, если я верю в чудеса, а чудес нет. Павел тоже в чудеса верил. У других были, а у него? Он сам сплошное чудо был. Смотрите. И враги человеку домашнего, кто любит отца или мать более, нежели меня, недостоин меня. И кто любит сына или дочь. А я только сыночка попросил. Нежели меня, недостоин меня. И кто не берет креста своего и следует за мной. Если ты следуешь за ним без креста, ты тоже попал. Некоторые думают, что крест – это моя теща. Нет, это не крест. Это твое благословение. Это твое благословение. Дети – это не твой крест. Мы с вами говорим, что такое крест. Крест символизирует единственную вещь – распятая плоть со страстями и похотями. Кто идет за мной, не неся свой крест, недостоин меня. И одно еще из самых таких непроповедуемых мест из Библии, которое наталкивает тебя к конкретному выбору. С этим местом шутить нельзя. Здесь конкретно говорится. Всякий... Вы знаете, что некоторые люди, не поняв это место, покидали свои семьи, и потом у них на стороне там другие жены стали появляться, там семьи, и они начали Библию там цитировать, ну, имеющие, как не имеющие, я тут всех имею, ну, типа, не имею. Серьезно я вам говорю, я знаю, лично знаю несколько евангелистов, которые имеющие, окей, как не имеющие. Смеетесь, я вам серьезно говорю, я не шучу, я знаю таких блудников. Смотрите. Я вам даю гарантию, некоторые из них прямо сейчас меня слушают. По радио там, может быть, или по телевидению смотрят. Смотрите, я тебе говорю, покайся. Серьезно? Иногда это надо сделать. Они говорят, ты точно мне сказал. Ты тыкнул пальцем в телек и сказал, ты. Смотрите, и всякий, кто оставит дома, ой, или братьев, но обычно дома не оставляют. Дома у тебя забирают. В наше нелегкое время. Ладно, с домами разобрались уже, все нормально. Смотрите. И братьев, или сестер, или отца, или мать, или жену, или детей, или земли ради имени моего
Знаете, о чем здесь написано? Здесь не написано, что я настолько посвящаюсь Богу, что я тебя, жена, бросаю. Здесь не об этом написано. Здесь написано, когда придет выбор. Вы слышите меня? Когда настанет выбор. Я сразу говорю, я ненавижу разводы, я делаю все возможное, чтобы остановить и восстановить семью. Я тебе сейчас говорю, а что, если так не будет? А что, если ничего, что ты запланировал, не случится? Можешь ли ты сказать, а я все равно буду идти за моим Богом? У нас даже псалом такой хороший есть. Даже если не станет овец в загоне, один загон будет. Вот ты и загон, гонит загон, и овец нет. Ну ладно, я вам рассказал за загоны. Смотри, ради имени моего получит во сто крат. Ну, обычно люди так. Если ты неправильно оставляешь, то ты получишь во сто крат. Потом тебя догонят, и ты еще раз получишь во сто крат. Мы сейчас говорим не об этом. Мы сейчас говорим о том, что когда придет выбор между семьей, детьми, мамой, землями, домами, кто будет приоритетом в твоей жизни? Вы знаете, что христианство имеет эпидемию? У них нет Бога. И поэтому, знаете, я вам сразу скажу, я знаю сотни людей, я не шучу и не преувеличиваю, которые оставили Бога и поменяли его на своих жен, детей, на свою маму с папой, на своего пастора или диакона, потому что приходил дискомфорт и нужно было решать. И глубоко внутри они знают, что они сделали неправильно. И это никогда не даст им спокойно жить. Потому что ты заменил Бога. Ты никогда не будешь счастлив. Почему? Потому что счастье дать может только один единственный Всевышний. Принадлежишь ли ты Всевышнему? Получит во сто крат и наследует жизнь вечную. Многие же будут первые последние, а последние первыми. Дьявол, я вам сразу скажу, дорогие, дьявол ненавидит эти темы, дьявол ненавидит то, что я говорю, потому что здесь у тебя только может быть одно единственное, или. Или ты конкретно говоришь: Господь, я твоя собственность, я больше ничего не хочу, кроме тебя. Дорогие мои, вы хотите увидеть церковь в силе, в славе и в огне? Вы должны иметь только Бога на первом месте. Я знаю, что атаки придут именно в этой сфере. То, что я сейчас говорю, именно это поле может быть вашей битвы прямо сейчас. И оно может быть не закончится никогда. Ты молишься: Бог, я верю, что ты приведешь этих людей. Верь, может, Бог приведет. Но я тебе скажу, а может быть и не приведет. Я о чем говорю? Ты говоришь, некоторые люди говорят: ты разрушаешь мою веру. Нет. Я убираю у тебя глупость из твоей судьбы. Потому что многие так и сгорели в печи. Многих так и побили камнями, как Стефана. Дорогие мои, люди, которые пошли на смерть, не должны были умирать. Но, дорогие мои, на первом месте Иисус Христос. Когда мы с вами смотрим на больших людей из Слова, из Библии, на великих людей, у этих людей никогда в жизни не было слова «если». Я прошу вас, дорогие, когда мы сейчас с вами встанем и будем молиться, прямо сейчас попроси у Бога, чтобы Он дал тебе силу сказать «нет», когда нужно сказать «нет». Чтобы Господь тебе дал возможность стать действительно... Дорогие, вы знаете, почему я говорю эту тему? Потому что я знаю, насколько сложно сделать то, что я сейчас говорю. Вы знаете, лозунги выкрикивать могут все. Но я знаю, я стою сейчас, от меня отказалось 98% моей родни. Я вам даю гарантию. Дорогие мои, я знаю, что многие друзья, мои друзья, оставили меня. Полностью не хотят даже ничего общего иметь со мной. Именно по этому поводу. Но я, знаете, знаю одну единственную вещь. Я наслаждаюсь, потому что между мной и моим Творцом нет ничего
И самое главное, никого. Некоторые люди говорят, и в этот никого входит твоя жена, твои дети. Ты их любишь, я люблю их всей жизнью своей. Но когда придет выбор, выбор мой в Боге всегда. Это знают все, это знает она, это знают все мои друзья. И если придется доказать это, я это докажу. Вы слышите меня? Почему я этого не боюсь? Потому что я его, я вообще не боюсь. Страх это не от Бога, амин? Не от Бога. Дорогие, давайте мы встанем с вами. Мне хочется, у меня есть мечта, поднять крепкое христианство на этой земле. Поднять тех, которые действительно будут соответствовать тому, что мы читаем. Мы любим видеть чемпионов. Мы любим видеть тех, которые уплатили цену. Мы любим видеть их результаты и наслаждаться их достижениями. Но, дорогие мои, церковь должна встать вся. Все тело должно подняться. Время вот кафедры, я мечтаю, что когда закончится время кафедр и начнется подниматься тело Иисуса Христа. Вы все, мы с вами расходимся, и мы все влияем на мир вокруг нас. Мы все достигаем. Дорогие мои, я верю, что время учения закончится, и время начнется действие. Пожалуйста, дорогие, просто поднимите руки и скажите: дорогой, я твоя собственность, я принадлежу тебе, дорогой. Просто своими словами скажи ему, кому ты, скажи ему, что действительно, если у тебя есть в жизни что-то, что мешает тебе следовать за ним, попроси Дух Святой, и он уберет у тебя это. Если ты хочешь стать настоящим христианином, если ты хочешь достичь того, что Бог заложил в твое сердце, то, что снится тебе по ночам, то, что видишь в видениях, то, что пророчествовали тебе, тебе нужно вырезать, уничтожить слово «если». Слово «если нет». Даже если ничего не будет, я продан моему Творцу навсегда до конца жизни моей. Меня ничего, кроме моего Бога, не волнует. Все, что приходит в мою жизнь или уходит из моей жизни, это воля моего Небесного Отца. И я прошу, дорогой мой, пусть ничего в моей жизни не будет, что может разлучить меня с тобой. Пусть ничего в моей судьбе не будет, что может разъединить меня с тобой. Убери все и всех, которые мешают мне быть с тобой, и научи меня быть твердым во всех путях моих, мыслях моих, словах моих. Я твоя собственность. Спасибо, любимый. Нам не нужно много кричать. Нам не нужно махать кулаками и доказывать что-то дьяволу. Нам нужно полностью, всецело стать собственностью нашего Бога. И уже не я живу, но живет во мне Христос. И уже не я дышу, но дышит через меня Бог. И уже не я мечтаю, мечтает через меня Иисус. И уже не я хожу, но ходит через меня мой любимый Иисус. Я мечтаю, чтобы все мы могли жить в этой сфере, могли дышать Тобой, обитать в славе Твоей. Спасибо, любимый! Спасибо Тебе за то, что Ты меняешь наше поколение. Мы будем делать только то, что Ты скажешь нам. Нас не волнует компромисс. Мы наслаждаемся в войне. Нас ничто не способно остановить. И если что-то выходит уничтожить нас, оно просто сделает нас крепче. Во имя Иисуса Христа. И все сказали: «Аминь!» Воздайте Ему славу! Наш Бог достоин! Аминь!